ладно, давай так, это, еще раз, здравствуйте, дорогие друзья. Вот это, еще раз с приездом. Как у вас дела? Все нормально, так, прилетели? Хорошо, да? Вот как это, прибыли, так, у нас остров, так, это гордится я. Какое, как у вас чувство? Нормально? Немножко жарко, да, и влажность, да. Я просто говорю, так, сейчас немножко, это, не сезон, так, это, немножко стадем и немножко влажность, еще жарко, да. У нас самое хорошее время, сезон, так, это для вас, вообще, это для, с октября по март, да, по март. Да, по март, да. Ну, это сначала так, от нашей компании, именно так, это вас приветствует на остров Хайнань, да, на остров Хайнань, да. Знаете, так, это когда так прибыли, так, на остров, так, есть такое чувство, как это вы посещали, такой есть мультик, так, как Чунгачанга, знаете, да? Вот это, Чунгачанга, синий небосвод, Чунгачанга, лето какой год, Чунгачанга, весело живем, Чунгачанга, песню поем. Чуда усер, летенем легкой просто, летенем легкой просто. Чунгачанга, наше счастье постоянно, жуть кокосы, есть бананы, Чунгачанга. Вот это, ура, да, уже приехали, да. Спасибо, да. Спасибо, да. Как это, вы все первый раз здесь, нет? Первый раз, да, как это. Очень рад так вас видеть, да, видеть, да. Мы сейчас вот примерно так, это по отелям, так, у нас вот в автобусе есть это, 5 отелей, да. Вот это, подряд так вам, вас провожу, да, по отелям, да. У нас вот сам остров Чунгачанга, да, это просто рядом с морем, да, с морем, да. У нас есть хороший климат, да. У нас это не просто остров, так еще остров Такалетия, так называется, так. У нас здесь продолжительность жизни гораздо больше, чем на материке, поэтому здесь собрались много врачов, так, много врачов, так это, чтобы так это делали санатория лечения, да. У нас это в путевке, это включено один раз, так это бесплатно попадать, это в санатории, так это делать диагностику, это бесплатно, да, бесплатно. Просто это вам помогает здоровье, да. У нас это первые, как это туристы, как чиновники, да, сюда приедут, да. У нас есть, говорят, что так часто люди приходят, так, и будет вообще здоровый будет, да, здоровый будет. У нас это в путевке еще есть одна программа, так, это типа обзорная экскурсия, да, а это тоже есть планно, есть без плана, да. Ну, вообще так, это для вас, да, чтобы вы познакомились, у нас город Санья, да, город Санья, есть некоторые гордости. ことも言えず、もっとそばに来て。